В селе Шигырданы Батыревского района состоялся 7-й сельский экономический форум «Шигырданский диалог». Он собрал более 400 гостей из разных регионов и стран. Обсуждали вопросы укрепления и развития сел республики в современных условиях. С подробностями Рифат Фаткулин. В самое большое село Чувашии съехались предприниматели, банкиры, представители духовенства, научных и общественно-политических кругов из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Татарский чак-чак, разнообразная выпечка, колбасные изделия и мясные деликатесы. Традиционно в фойе местного дома культуры представили свою продукцию предприятия индустрии «Халяль». Михаил Игнатьев подчеркнул, что повышенный интерес к отечественной сельскохозяйственной продукции создает благоприятные экономические условия для аграриев. Наша продукция, она качественная, потому что земля экологически чистая. На этой земле выращивается экологически чистая продукция, потом переработчики его перерабатывают, и, соответственно, эта продукция появляется на потребительском рынке. Хватает этой продукции или нет? Конечно, не хватает. Сегодня благоприятная экономическая ситуация она сложилась для выращивания и для продажи сельскохозяйственной продукции. Сегодня в Шигырданах расположено 2200 личных подсобных хозяйств с населением более 6500 человек. Только в этом году в социальную сферу привлечено почти 800 миллионов рублей государственных инвестиций. В малом и среднем бизнесе здесь занята почти половина всех работающих. Активно развивается торговля, услуги, животноводство и переработка. В общей структуре производства мяса, мясо говядины у нас занимает пока всего 21%. Долю, конечно, нужно увеличить, спрос есть. И с учетом того, что это направление было убыточным, многие в одно время не занимались производством говядины, даже в минус уходили. А сегодня количество желающих заниматься производством мяса говядины растет. Социально-экономическое развитие села – одна из ключевых задач государственной политики, так как от ее эффективного решения напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Для нашей республики эти вопросы особенно актуальны, ведь в сельской местности проживает более 40% населения. За последние 3 года на устойчивое развитие сельских территорий направлено более 2,5 миллиарда рублей. Хозяйство в данный момент имеет огромное количество программ, в том числе и программы по устойчивому развитию сельских территорий. И вот здесь, на Чувашской земле, мы имеем пример качественного развития сельских территорий, потому что я уже сегодня несколько раз упоминала, можно построить дома, можно сделать площадки, можно реконструировать дома культуры. Но если люди туда не пойдут, если люди не будут здесь работать на этих территориях, то это ни для кого не пригодится. Как сделать так, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы сохранялась преемственность поколений? Эта проблема актуальна для большинства российских регионов. В Шигырдане ее решают достаточно успешно. За последние несколько лет жителей стало заметно больше, причем именно молодых. Вы абсолютно правильно воспитываете ваших детей. У вас папа имеет авторитет абсолютный. У вас очень заботливые мамы. Вы воспитываете детей к труду. Они у вас очень талантливые, организованные, красивые, и они очень много работают. И, наверное, вот то, что вот ваша передача поколений, поэтому ваше село растет. Итогом 7-го шигырданского диалога стало подписание соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Чувашии и Союзом сотрудничества и развития социально ориентированных организаций «Социальная палата». Сельский форум открыт для представителей всех наций и религий. Каждый год здесь собираются люди, которые болеют душой за село. И только от них сейчас зависит, как будет развиваться российская глубинка. Рифат Фаткулин, Арына Гавелян, Республика.